Привет, с вами Арталаски, и сегодня мы будем рисовать бомбочку в стиле пиксель-арт. Создаем документ 32 на 32 пикселя, но, впрочем, можно обойтись и размером 24 на 24. Берем инструмент-карандаш размером в 1 пиксель. Теперь рисуем контур круга, как на экране. Нажимаем F6, чтобы открыть окно цвета. Выбираем темно-серый цвет синеватого оттенка и заливаем им контур. Но это слишком темный, поэтому поднимем ползунок цвета немного выше и чуть-чуть вправо. Возьмем цвет еще ярче и нарисуем свет, чтобы придать объем. На верхушке нарисуем гнездо для шнура, в который позже добавим и сам шнур. А пока что создадим новый слой. Возьмем черный цвет и рядом нарисуем иконку черепа. Ее мы зальем светлым цветом и поместим поверх бомбы. Сочетанием клавиш Ctrl-U открываем окно цветового тона и слегка прибавим яркости иконки. Перейдем на слой с бомбой и дорисуем шнур рыжеватым цветом. А темно-серым нарисуем тень под бомбой. Кстати, иконку черепа тоже можно осветлить наполовину, в соответствии с пятном цвета. Спрайт бомбы готов. Выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Арталаски. Пока!